Давайте сначала посмотрим, что у меня сейчас, а потом посмотрим, что будет потом. Куда же заходить, я не знаю. Пойду туда, куда люди идут. Пойду за ними. По цвету даже не знаю, какого я хочу. Надо посмотреть. Так, в Эльдорадо или в М-видео? Раньше в М-видео этом я работала. А здесь было Спортмастер, сейчас Эльдорадо. Доброе утро, девочки мои. На улице опять сегодня солнечная погода. Уже птички поют. Сейчас плюс 5 градусов. Прогреется днем до 8. Ветерок слабенький. В общем, классно. Я уже с утра собираюсь на выход. А я уже, девочки, на себя натянула другой прикид. В общем, достала курточку весеннюю. Вот. Но она, правда, теплая. Просто она покороче, чем пальто. Также капюшон, и все есть, и все там вот это вот тепленькое. Но под низ я надеваю такую легкую просто вот кофточку. Ни с начесом, ни с чем. Просто такую. Я надеюсь, я не замерзну. Кроссовочки одену. И, в общем, в таком виде собираюсь пойти. А куда пойти? Я с утра сегодня думаю, а ну-ка я попробую записаться на бровки реснички. Когда я иду на стрижку, я туда захожу и спрашиваю. Я вдруг в этот момент вспоминаю, что было бы неплохо покрасить. А когда уже туда приду, спрашиваю, сейчас нету свободного, а сейчас нету, записываться заранее надо. Вдруг сегодня вот вспомнила, видите, у меня весна, она вдохновляет на какие-то перемены. Я тут вспомнила это, туда хочу, сюда хочу. Я столько всего хочу, и куда-то пойти, в общем, все это как-то вне дома, хотя дома кое-что есть, чего я хочу. Но сразу все хочу не сделаем, да, надо это все делать по порядку. Я просто боюсь, что вот эти вот солнечные деньки скоро закончатся, а потом опять начнутся какие-нибудь серое небо, дождики, все дела. К концу недели уже дождик обещали. Ну, пока дождика нету. В общем, короче говоря, сегодня я вот начну, раз уже я записалась, мне уже скоро, уже меньше часа осталось. И я выйду из дома, хочу пройтись, посмотреть, что там на улице делается, сходить, покрасить бровки, реснички. И потом уже оттуда плясать, куда потом меня душа понесет. Туда и пойдем. Ну, я беру вас с собой, пойдемте вместе. Ну вот и все, мои дорогие. Я вышла, вы видите, в какой курточке. Я весеннюю курточку надела, и кроссовочки, и джинсики у меня. Все, я так вот полегче оделась. Но сейчас пока постояла пару минут на солнышке. Не холодно совсем, так что я надеюсь не замерзну. В общем, я выдвинулась и топаю куда? На бровки реснички. Поехали. Я, видите, в чем? Иду, кайфую, но смотрю, везде сухой асфальт в основном. В грязь, конечно, наступать я не планирую. Сухого асфальта кругом уже много, поэтому буду идти по сухому. Перехожу сейчас через дорогу. И двигаю дальше. Все, идем через дорогу. Ой, девочки, так хочется прогуляться, пройтись вот по той солнечной стороне. Но я, наверное, сейчас пока поберегу силы. Если бы я ничего больше другого не планировала, то я бы, конечно, прогулялась. Но у меня есть одна задумка. Я хочу ее осуществить. Так что силы немножко поэкономлю. Все, села я в автобус. Посмотрим сейчас. Вот тут очень хорошо видно небо. Вон какое голубое солнышко такое светит. Красота, красота. Настроение приподнятое. Хочется, чтобы уже скорее цветочки расцвели, тюльпанчики. Классно. Все, я приехала. Записалась в салон Ника. Туда же, куда я и хожу на стрижку. Надеюсь, брови мне не испортят. Надеюсь, покрасят нормально и будет лучше. Ну, посмотрим, что будет у меня потом. Давайте сначала посмотрим, что у меня сейчас, а потом посмотрим, что будет потом. Ну, а вообще, девочки, хорошо в курточке. Классно. Не жарко. То, что нужно. Ну, вот я и вышла, девочки, из салона. Мне нравится, кстати, бровки, реснички прям понравились. Все, погнали дальше с вами, пойдем. Вообще, на самом деле, я очень давно не красила бровки и реснички в салоне. Ну вот я сделала
В общем, по 250 рублей, 500 рублей это без коррекции бровей. Великолепно. Кстати говоря, когда я последний раз красила, то это красили совсем другими красками. Они были такие, ну, другие были краски. Так, а куда я сейчас хочу отправиться, девочки? Давно я не была в Меге. В общем-то, я сегодня, когда новый прикид себе одевала. Все мне нравится, но шапку я бы хотела другую, немножечко полегче себе купить. И давно я не была уже в торговом центре, поэтому у меня полно времени, прекрасная погода. И я думаю, что сейчас мы с вами отправимся туда, в Мегу. Поехали! Ну все, девочки, сели и поехали в Мегу. Посмотрим на окрестности, на красоты. Как там все выглядит? Небо синее, небо чисто. Ну вот мы и приехали. Так, я давненько что-то не была здесь. Это я была когда? Осенью, когда покупала зимнее пальто. Была последний раз. Тут я смотрю, входа нету. Вход где-то с другой стороны. Интересно. Куда же заходить? Я не знаю. Пойду туда, куда люди идут. Пойду за ними. Ага, там, наверное, есть вход. Ой, как здорово, девочки. Как классно. И погодка хорошая, бровки покрасила. Сегодня, кстати, людей немного. Вот они вошли где-то. Опа, чуть не прошла мимо. Ну и первое, куда я, конечно же, иду. Как всегда, в свой любимый спортмастер. При том, что у меня здесь есть баллы, бонусы. Я хочу посмотреть, девочки, себе шапочку другую. Посмотрим, какие тут есть шапочки. Так, шапочек много. Ну, если я здесь не найду такую, какую хочу, то тогда пойдем еще в другой магазин. Так, здесь шапки, кепки. В общем, всякие разные есть. И вот там еще висят. Вот тут много шапочек висит. Так, ну сейчас я посмотрю, что тут есть. Вот хочется что-то такое вот легкое. Вот такое вот, как я даже не знаю, легенькую такую. А цвета даже не знаю, какого я хочу. Надо посмотреть. В общем, посмотрим сейчас. А на бровки ж надо тоже посмотреть, девочки. Бровки, реснички. В общем, я прям как накрашенная. У меня только губы накрашены, на самом деле. Короче говоря, девочки, я даже толком не знаю, какой цвет я хочу шапки. Ну, будем мерить разные. В общем, мне этот цвет не очень нравится. 599 рублей, мерим дальше. А вот этот цвет вроде бы ничего. Да, он курточке так хорошо подходит. Интересно смотрится. Но я не знаю, насколько она вообще легче моей, которая была. А эта шапочка стоит 909.
Мне кажется, по цвету она мне как-то вот идет, вроде бы, да. Светленькая такая. Ну, она под куртку больше подходит. Такой цвет хороший. Вроде бы ничего нормальное. А у этой шапки немножко другой оттенок и чуть-чуть другая немножко форма, да? Та получше, предыдущая была. Но это я ради прикола решила посмотреть, как с бубончиком будет смотреться. Но это совсем не то, совсем не то. Ну вот чисто белая. Кстати, мне кто-то говорил, купите себе белую шапку еще тогда осенью. Девочки, ну чисто белую не хочу. Как-то вот мне она прям, как будто я в белой косынке какой-то. Как повар, да? Нет. А вот это вот интересно. По цвету вообще точно подходит куртке. И вот это прям Колумбия написано. Не знаю. Так-то она мне как-то даже больше что-то нравится по форме своей. И по цвету вроде бы ничего такая. А вот я решила на лоб ее натянуть, спрятать челку. Ну, даже так, то она как-то вроде бы и ничего так смотрится. Не знаю, как-то вот и сидит она на голове получше. И я вот больше к ней склоняюсь, если что. Ну что, девочки, давайте пройдемся, что ли, по Меге. Пустовато, конечно, сегодня. Тут музыка вот эта вот играет ни к чему мне. Так, ну идем. Ой, как приятно пройтись, прогуляться. Вот тут тоже какие-то шапочки. Сейчас посмотрю, что тут есть. Ну, я купила две. Одну на зиму собиралась купить еще давно, еще тогда, когда зима начиналась. Но я так и не купила, мне не было времени. Сейчас купила. Так, в Эльдорадо или в М-видео? Раньше в М-видео этом я работала. А здесь было спортмастер, сейчас Эльдорадо. Так, куда мне пойти? Вперед. Мне нужна насадка на зубную щетку. Да, не была я тут уже несколько лет, как тут все очень сильно поменялось. В общем-то, сейчас я найду, где эти. Ага, вот уже приближаюсь к этой технике. Вообще, есть они или нет? На Oral-B насадочка нужна мне. Пройду, проностальгирую. Вообще, тут, видимо, даже ремонт сделали. Все совсем по-другому стоит, не так, как было раньше. И не вижу я пока что даже ни одного знакомого продавца. Так, ну в Леруа я не пойду. В М-видео я ничего не купила. Кое-что купила я в Эльдорадо. Но так как музыка кругом играет, больше я свой голос подавать не буду. Просто пройдемся до конца Меги, посмотрим по сторонам, что тут новенького, хорошенького. И на выход пойдем. Ой, как красиво, ой, как зелено тут, прям мне нравится очень сильно, класс. Так, я не знаю, но что-то мне тут кушать не особо хочется, сидеть одной. Если б я была тут не одна, а как бы с кем-то за компанию, ух ты, было бы другое дело. Одна не хочу, поэтому я сейчас мчусь домой, все, я уже нагулялась, мне хочется уже домой. Вообще решила я взять что-нибудь, не знаю что, домой. Покушаю я дома, но что-то хочется мне взять. Сейчас быстренько пройдемся, посмотрим, кто тут еще работает. Вкуснолюбов. Так, что тут? Не вижу я ничего такого. Subway. Так, а это вот тут булочки, да, у нас наполняют. Наполняют булочки тут. Может быть, может быть. Сейчас я еще гляну, что тут есть.
KFC. KFC не люблю. Макдональдс очередь. Ну, не хочу я очередь. Короче, наверное, может быть, Subway возьму домой. Ну, вообще, конечно, красиво, зелено. Я бы с удовольствием тут посидела бы. Но одна сидеть не хочу. Мне некомфортно одной. Поэтому я Subway взяла с собой. Несу. Вообще здесь зелененькие кустики. Так здорово, так классно вообще. Так, кое-что из продуктиков мне надо бы, но я, наверное, пойду и возьму это дома. Вернее, возле дома. А что я буду сейчас тащиться с сумками? Ничего такого мне, в принципе, особенного не нужно. Вот. Все, иду дальше. Какая штука для детей классная. Прикольно. Девочки, вышла на парковочку, иду на автобус. Все взяла, что мне было нужно. Я вообще счастлива, довольна сегодня необычайно. В общем, классно. Приду домой, вам буду дома все показывать. Не стала я сильно задерживаться. В общем-то, у меня сомнения были по поводу того, ехать в Мегу или нет, из-за того, что мне не хотелось полдня здесь проторчать. Ну, я решила, думаю, что я по-быстренькому зайду прям точно туда, куда надо. Не буду сильно долго там шататься, шляться. Возьму, что мне нужно. И домой. Тем более, я сейчас домой взяла себе вкусняшку. Захотела себя побаловать. Думаю, почему бы и нет, раз уж я тут была. А мне Subway нравится. Мы с дочкой брали, когда были вместе. Мой автобус как раз стоит. Видите, я шапку не надела. Думаю, проверю. Если будет дуть, надену. Но не нужно, нормально все. Захожу. Кстати, девочки, я не сказала, в Мегу проверяют QR-код. Хорошо, что я его взяла с собой, у меня он распечатан. А то бы так меня не пустили. Так что имейте в виду. Вот я и дома, мои дорогие. Приехала домой поскорее. На улице стало уже жарко. Сейчас время уже 16:04. И прям солнце поднялось и жарко. В автобусе просто вообще жарко. Я даже шапку уже вышла с Меги, не стала надевать. Ну, капюшон там накинула только, когда через дорогу переходила. Короче, купила я себе две шапки. Давайте померим. Одну шапочку я взяла тоненькую. Она стоит 499 рублей. Она, кстати, двухсторонняя. Ее можно вывернуть и другой стороной надеть. Ну, я взяла вот такой вот цвет. Нейтральный. Не стала брать ни черный, ни какой-то там другой. В общем, решила взять такой цвет. И вот сейчас по такой погоде, когда еще ветерочек вроде временами дует. Давайте наденем же, померим. И вроде как бы в шапке жарко, без шапки уши жалко, если продует. Не хотелось бы, чтобы уши продуло. Вот, поэтому такая шапочка. Вот такая легкая. Раз, надела и вперед. И вот я думаю, что эту шапку можно еще. Можно даже вот так вот чуть-чуть подвернуть. Вот. Сделать такая, как каемочка будет. Так прикольненько. Легкая такая, хорошенькая шапочка. Вот то, что я говорила, трикотажную. Ну, я не знала, найду такую или нет. Так, можно ее также на лоб натянуть без челки. Сейчас посмотрим, как это будет смотреться без челки у меня. У меня сейчас, конечно, брови очень яркие, но они немножко подсмоются. Через несколько дней будут уже по-другому выглядеть. Ну, в общем, как-то так.
Ну, в общем, ничего, она на голове чувствуется очень хорошо, легко, такая вот легенькая, простенькая шапочка. Так, теперь давайте другую померим. Я просто нашла шапку такую, какую я хотела на зиму себе взять. И вот та, которая у меня зимняя есть, ну пусть она будет запасная. А вот такую вот, Колумбия написано здесь. Вот такую шапку я у дочки такая же, то у нее только черная или темно-синяя какая-то. Вот, ну вот такой фасон, как бы я у нее мерила, и мне она понравилась, я такую хотела. Но специально ехать для того, чтобы шапку одну на другую поменять, как бы, ну не поменять, купить другую, я не стала специально ехать, уже доносила зиму той шапки. А вот сейчас на следующую зиму как раз эта шапка, она подойдет. Она и к этой куртке подходит, и она также подойдет и к зимнему пальто. В общем, как-то так, да. Как-то так вот она будет носиться. Это стоит 1299, стоит шапочка. Вот, не захотела я темный цвет, мерила разные цвета, но мне захотелось вот какой-то такой посветлее, что-то посвежее такое. Ну, нравится мне такой цвет, что с ним поделаешь. В общем, как-то так, как-то так. В общем, приноровимся носить ее. Ну, ничего, мне она нравится. В общем, все, я сделала свой план по шапкам, выполнила. Ой, проголодалась я, девчата, так мне хочется уже вот этот вот мой бутербродик съесть. Субы взяла на вынос. Там столько ништячков поналожила. Я всякие соусы, там и грибочки, и там что-то еще, там какие-то вот бекончик, там что-то там, салатики, малатики, какая-то фигня. В общем, много всего вкусного. Вообще субы этот я люблю. Мы когда с дочкой туда приезжаем в Мегу, вот иногда берем субы, и прямо я его с удовольствием ем, прям ням-ням. Ну, не захотела есть там, я решила дома. Сейчас я кайфану. Покажу вам, что еще я взяла в Эльдорадо. Взяла жесткий диск. Вообще, в последнее время я брала жесткий диск, когда еще в Меге работала. Это уже сколько? С 15-го года я там не работаю. Уже много лет прошло. Ну, 3 300 стоит уже сейчас жесткий диск. Это самая низкая цена. Есть еще дороже. В общем, такой взяла жесткий диск. Сказали, хороший, неплохой. И вот Oral-B. 4 насадки на мою зубную щетку. Уже пора поменять. Насадки одинаковые, такие, какими пользуюсь. В общем, ну, 2000 без 1 рубля, 2000 стоит 4 насадки на Oral-B на мою зубную щетку. Вот и все. Это то, что у меня было в списке. Я строго по списку купила все, что мне нужно. Ну, а теперь, девочки, я уже настроена отдыхать, покушать, включить телевизор, лечь на диване полежать. И, в общем, сегодня уже больше никаких движений делать не буду. Находилась, навродилась, нагулялась. И, надеюсь, вас тоже выгулило. Хоть что-то где-то мы побывали, хоть какое-то изменение, что-то в моем произошло контенте, да. Ну вот, на этом я хочу с вами попрощаться, видео закончить. Ставьте лайки, пишите комментарии, и завтра будет новый день, и завтра, возможно, что-то новенькое я для вас сниму. Пока светит солнце, я бодра, весела, и, в общем, мне хочется двигаться, мне хочется каких-то перемен. И вот надеюсь, что у вас тоже погода хорошая. Пишите в комментариях, у кого какая погода, девочки. Ну, а на этом прощаюсь со всеми. Всем пока-пока.